В наш век технического прогресса уже никто не пользуется литовкой. А многие даже не знают, что такое литовка. Я вот, разбирая хлам, нашел себе вот такую вот старую штуку. Вот она вот так вот выглядела, литовка. Вот так. Ну, у нее еще была ручка длинная там со всякими прибамбасами. Я вот тоже ей пользоваться не умею. Могу только кротов гонять, как это говорили раньше. Все в основном покупают вот триммера. Тут электрический берет. Кто-то берет бензотриммер. Бензотриммер, конечно, мобильнее, его можно где-нибудь таскать, провода за собой носить не надо. Они, в принципе, агрегаты надежные. Вот у меня вот этот фирмы Прораб дешевенький. Потому что люди дорогие особо не берут. Вот он у меня служит, наверное, лет 5-6 уже. Проблем никаких не доставлял. Единственное место у него больное — это вот стартер. Вот это вот стартер. Это то, что от него осталось. Он очень часто ломается. Родной еще служил года 2, а запчасти уже покупал пару раз, и все время они ломаются. И тут где-то вечером косил я траву, и у меня сломался стартер. Ну, раз уже работа есть, хочется ее закончить, я начал искать альтернативные методы запуска. И вот такая мне идея пришла в голову. Я снял стартер, но там внутри вот гаечка на 14, которая крепит храповик. И так как завести с толкача его, вращая катушку, не получается, а только сзади, вот я придумал вот такое нехитрое приспособление. Вот тут головочка на 14. Вставил у нее болт. Вот так вот, насквозь. Вот такое приспособление, которое вставляется вот сюда вот, одевается. Но приспособление это само по себе, конечно, никакого значения не имеет. Его нужно вставить в дрель. Дрель сейчас есть у каждого. Электричество тоже как бы у каждого есть. Вот сейчас я ее зажму. Секунду, подождите. Вот я ее зажал. Вот. Вот кошка тоже пришла туда поучаствовать в запуске триммера. Теперь мы вот вставляем туда, аккуратненько закрепляемся, и запуск. Вот, триммер завелся и работает. Причем вот такой запуск триммера после зимы вообще дело чудесное. Даже если триммер заводиться не хочет, при оборотах дрели в 1500 оборотов он по-любому заведется. Перекачал он или не докачал. Ну ладно, я буду косить, потому что у меня уже здесь поле. А вы смотрите, комментируйте. До новых встреч. Пока-пока.